Пока потерпевшая с сыном находилась в полиции и писала заявление, стало известно, что мужчина пытается взломать оружейный сейф в их общем доме. По указанному адресу был направлен наряд полиции. Возле дома заявительницы сотрудники полиции застали мужчину с ружьем в руках. Увидев патрульный автомобиль, злоумышленник без предупреждения осуществил сразу несколько выстрелов в сторону служебного автомобиля. Тем самым повредил лобовое стекло и сиденье транспортного средства. Никто из полицейских в этот момент не пострадал. Полицейские оцепили потенциально опасную зону и, дождавшись подходящего момента, обезвредили и задержали 47-летнего местного жителя. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где стало известно, что он пьян. В отношении него Следственный комитет возбудил уголовное дело.